И всем привет, с вами Александр Навас, это на видеоролике. Сегодня я играю в редактор Far Cry 5 уничтожение домов номер 9. Сегодня у меня ничего нету, кроме кошки. Шторм, погнали! Перед просмотром данного видеоролика поставьте лайк и подпишитесь на канал. Но я уже начал, так что приятного просмотра. Так, спускаемся вниз, но не совсем, потому что если нас запалят, нам конец, так что... Так, там кто-то ходит. Так, туда я пока что не собираюсь всегда. Давайте разберемся с этим. Ладно, ладно, все нормально. Давайте еще раз. Я просто первый раз запустился. Так. Тихо. Тихо спустился. Так. Это пошел. Так. Еще раз, ладно. Так. Что-то будет, наверное, нормально. Что-то слышал. Да. Пойди проверь. Не люблю эти игры. Блин. Наверное, показалось. Да, повезло тебе. Еще одного. Какие-то у них ракетницы одни. Что? Откуда здесь труп? Господь примет их. Найти того, кто это сделал. Как он запалил? Блин! Там же этот, как он. Блавтик, ты. Кто-то со мной в игры играет. Тихо. Уже иду! Тихо, здесь этот стоит. Что же тише это все сделать? В смысле? Ладно, еще раз. Может, мне и повезет, я не знаю, давайте проверим. Здесь полно опасных. Сразу же спалили. Ладно, еще раз давайте. Может, как-то прыгнуть. Что это было? Пулеметчик. Понятно, там пулеметчик. Что, патроны остались? Че? Нифига нет. Так. Тихо. Так, тихо. Блин, меня запалили, блин. А что делать-то, блин? Как пройти? Может, как-то перебраться на ту сторону или как? Не, ну вообще надо по сценарию проходить. Тихо, тихо, тихо. Давайте я вниз как-нибудь спрущусь. Все, кто не могут позаботиться о себе сами, скоро умрут. Тихо. Тихо. Я над ним угораю. Он меня что, палит, что ли, где-то? Я думаю, охотятся с луком и стрелами праведнее, чем с ружьем. Тихо. Так. Ну и что делать? Тихо. Тихо. Оп. Эй, куда? Конечно, так же весело. А что там, нельзя спрыгивать, что ли, или что? Блин, капец какой-то. Ну ладно. Смотрите, там что-то там такое, смотрите. Кто-то что-то ждет. Нужно как-то туда влететь прям. Прям влететь. Ну, реально. Как это сделать, сейчас посмотрим. Тихо. Тихо. Так. Только автик. Второй. Да как его убить-то? Почему он смотрит-то на меня? И спрыгиваем.
Делаем так, чтобы он меня типа заметил. Или начал искать кого-то. Кто на крыше. Я убиваю этого. Забираю у него автомат. Где автомат? Автомата нет уже. Ой, это тоже. Вот он, автомат. Есть. Так, тихо. Идеально. Наступаю! Эта сраная тварь поплатится. Бегу вперед! Как его убить-то, блин, алло? Я даже с энграмма не могу его убить. А чё, а вообще оружием нельзя пользоваться здесь? Оружие у нас хватает, это точно. Как запрыгнуть туда, я не понимаю. Расскажите мне, как туда запрыгнуть. Потому что я не понимаю. Вроде простая миссия. Нормально. Так, тихо. Грэм берем. На этого так спрыгиваем. Берем. Тихо. Зайди сюда. Пошли! Берем! Все. Убит. Здесь вот надо осторожнее. Раз, два, три, погнали. Как он меня... А, ну ладно, да, допустим, ладно. Тихо тогда. Это не с тобой. Пошел, пошел, пошел! Осторожно, брат! Что я только что сделал, я не знаю. Ну да ладно. Отойди отсюда. Он видит. Он же меня видит, по идее, да? Кто на меня смотрит? Повеселимся! Нужно найти грешника. Твою мать. Враг забрался на... Падает меня. Ладно. Так, по тактике давайте сюда спрыгиваем. Блин! Кошка. Пошли. Я за тобой. Так. Нет, без оружия. Подтверждаю. Оружие берем такое. Так, все спокойно. Играем так, играем. Так. Я пошел! Понял тебя! Так. Пулемет мне, наверное, пригодится. Как я даже не успел его вообще ранить? Как его убивать? Сходи, проверь, что там такое? Так, так, ладно. Тихо. Эй, проверь, что? Так. Так. Идем теперь за пулеметчиком. Так. Как лучника-то убить? Алло. Там стоит лучник, просто тупо как-то стоит. Я не знаю, что с ним делать. Это запалил меня сразу. Блин, я уже не знаю, как это сделать. Тихо. Отвернись, 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 отвернись. Так, без оружия. Прекрасно. Так. А как убить лучника, алло? Расскажите мне, пожалуйста, как убить лучника. Кто мне подскажет? Как? Так, кто? То есть спрыгивать вообще нельзя, да? То есть именно по тактике надо какой-то действовать.
Окей. Как-нибудь давайте сейчас. Запалил меня уже кто-то. Как он меня запалил, такой вопрос. Я что-то слышал. Надо проверить. Так, тихо. Тихо. Кто еще там? А то чудится все. Так. Как его убить-то, блин? Как убить лучника, ребят, скажите, пожалуйста. Потому что я уже не знаю, как его убить. Чувак какой-то вообще неубиваемый там сидит, какой-то реально охранник. Так, вот эти вообще изичные, потому что реально они изичные какие-то. Их убить прям 2 секунды. С этим я разобрался. Блин, нафиг мне эта штука. Вот, точно, давайте. Неубиваемый просто. Я стрелял сквозь стену из пулемета, короче, не убил его. Так, ну явно не надо прыгать. Нет, меня палят. Такая простая миссия. Нужно всего лишь зайти в этот... Что это? Амбар? Не амбар? Не, ну в принципе все нормально. Твою мать. Прекрасно. Тут нельзя взять, ладно. Тихо. Тихо. Вот он. На тебе. А вот лук я возьму. Лок мне пригодится. Все, я прошел. Того гада. Залазим. Еще один! Ну, пофиг. Тоже с ним как-нибудь разберусь. Пистолет я беру. Куда-то он в пол смотрел. Но, во всяком случае, мне пока что нужен только... Блин! Там еще один был. Я же забыл точно то, что он там был еще. Блин. Я же забыл то, что там еще один чел ходит. Один. Два. Так. Три. Ну, конечно. Так. Еще раз давайте. Ну, типа... Так. Надо разобраться с этим. Около того здания. Двигай. Так. Это типа обратка какая-то. Ну все, я атакую. Как? А в смысле, как я туда залезал? А, ну обратка вообще тут... Не предусмотрели они тут обратку, блин! Так, тихо. Да блин, да что ж такое опять? Давайте еще раз. Ого! Прямо такие. Ну конечно! Вообще капец. Блин, а как это сделать? Как это пройти, ребят? Так, спускаемся вниз. Еще раз, давайте. Еще раз спускаемся вниз, убиваем этого парня. Берем ингрэм, если он имеется. Он имеется. Одного убиваем. Убиваем второго. Про пулемет не знаю. Честно, брать его, не брать.
Он там стоит вообще пипец какой-то. Я не знаю, как его звалить. А, так же шумом, походу, шумовой охренью. Ладно, все. Он-то думал, здесь кто-то. Так. Инграма здесь нету. Идем сюда. Берем инграм. Лезем вниз. Найти злоумышленника! Он был здесь! Вот и все. Всегда хотел так делать. Мы идем за тобой! Поймешь, что там за это. Так. Пожалуйста! Есть! Убил! Ура! Я прошел. Почти. Так. Ну это мы валим, давайте. Так вот. Не буду на него тратить время прям. Лук. И последний. Эдем! Я из-за тебя молитву пропускаю, тварь! Срань! Тихо. Готов. Пистолет мне тоже пригодится. Все, теперь мы вышли спокойно, нормально. Бежали смотреть, что там такое. По-моему, мы все очистили там, то, что было в этом здании. Что, войти туда никак? Видимо, нет. Странно. Ну да ладно. Не, ну как бы здесь можно на кошке сразу. В принципе, да. Интересно. Нет, кошка дальше не тянется. Ну да ладно. Погнали. Что там такое? По-моему, я что-то... Что-то такое только что было, нет? Опа. Ой-ё. Раз. Два. Твою мать, мне падет. Три. Трое? Твою мать. По-моему, их трое. Еще один. Я с ними не разберусь. Солнце греет меня любовью, Иосиф. Меня запалили. Меня запалил VIP, чувак, короче. Давайте еще раз. Погнали. Блин, у меня еще ингрэм есть, блин. Чего раньше я с него не стрелял? Раз. Вообще изи. Там не поймешь. Как его убить-то, блин? Как его убить? Ладно, давайте еще раз так же. Проверь, что там такое. Так. Блин, что-то сложно, да, даже. И то, что это средняя сложность, это не значит, что все так просто, ребят. По-моему, нет, это сложность нормальная, по-моему, все правильно. Средняя сложность, потому что врагов, я не знаю, как там дальше враги. Принято. Ладно. Куда-то, как я забираюсь дальше. А, в принципе, так можно.
берем и награем. А можно же. Можно же ракетницу взять, точно, ребята. Берем ракетку. Точно, ребят, давайте ракетку возьмем. Давайте ракетку возьмем, ребят, точно. Давайте. Давайте, если сейчас будет ракетка и ингрэм, возьмем и то, и то. Берем ракетку, ребят. Нормально. По-моему, для ракетки это нормально. Тошка. Так. Сразу шестерых? Да ладно. Ни хрена. Жестко. И что, так раньше можно было? Чё я так не сделал? Тут вообще пусто. Чё здесь никого нет? Муж ушёл. Так, шестерых я завалил. И этого здесь нет почему-то. Ну да ладно. Хрен с ним. Давайте, значит, одного завалим так. А остальных чем попадется? Ладно, не получилось. Еще раз так же давайте сделаем. Берем вот это. Берем, делаем вот так вот. Ингрэм. Так, ингрэм. Еще раз, давайте спускаемся еще раз. Урод. На тебе. Я пошел, прикрой. Все, убит. Окей, убивай. Я-то знаю, где ты. А где он был? Можно же брать пушки здесь. Он здесь. Найдешь меня потом. Когда-нибудь. Пест. Вообще прекрасно. Так. Ну, давайте пальнем по ним. По этим уродам. Как раз вон они стоят. Промахнулся, да ладно. Я промахнулся, это пипец какой-то. Надеюсь, это последний раз. Давайте. Так. Этого убиваем, забираем все, что у него есть. Прыгаем на этого, я понял. Да, все. Блин, забыл ингрэм. Промахнулся. Так, ладно, давайте еще раз. Давай. Еще раз.
подтверждаю. Всё. Так, давайте как-то так убьем. А почему не стрельнулось-то, алло? Фигня какая-то, не стрельнулась. Случайно выстрелил. Готов. О, спасибо, через карту прям. Давай. На! Пистолет мне не нужен. Давайте, побежали. Все. А, пятерых. Шестой. Блин, я не знаю, как это уже проходить. Это пипец. Это сложно. Это сложно. Шестерых здесь убить, остальных там. Давай, 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 давай. На это. Он такой испугался, начал меня стрелять. А не понимая, в кого стреляет, короче, сразу запалил. Так, этого убил. Тихо. Так, этого убил. Нормально. Таки. Таки нормально. Бел. Тихо. Давай, только высунись. Тебя сразу там завалю. Прикрывайте! Что-то не так. Иди проверь. Ага, ясно. Окей. Сипки. И ради этого меня отвлекли от молитвы? Это что было? Ну давай, дружок, покажи. За взрыв просто прикольный, ребят. Вообще прикольно. Так, ладно, еще раз. Сходи, проверь, что там такое? Ладно, хотя бы так. Уходим.
хоть какие-то, но оружие все-таки взял. Ладно, побежали. Так спокойно иду вообще. Отмечаем цели. Как так-то? Ладно, допустим, я буду сейчас проходить просто вот так. Я не знаю, как получится, но похрен. Давай. Раз. Так. Смотрит в пол, а убивает. Блин, пипец. Тихо. Опа. Я запутался, ребят. Я запутался. Куда бежать? Меня запалил. Я первее его спрыгнул, короче. Он из этого дома выбегает, я на него прыгаю. Обязательно их всех убивай? А, да, точно. Да, обязательно. Ну, хотя бы пистолет теперь есть. Погнали. Ничего бы нет. Нет. Ничего бы. Нет, там не прокатиться так. Окей. Разведайте, что это? Враг снаружи! Кто это сделал? Найди! Черт! За мной! Давай, давай! Нормас. Обратный камбэк. Сейчас сделаем. Так, тихо. Там как? Интересно будет. Узнайте, кто это сделал! Он был здесь! Я лишу тебя души, словно мрачный жнец! Я пошел! Что убийство выбирать? Давайте еще раз так же. Так, бежим теперь сюда. Получается, нет, не сюда. Я запутался, ребят. Опять же. Так, идем сюда. Кто это сделал? Проверьте около здания! Тихо, вот он. О, нет. Короче, запрыгиваем сюда. Получается, куда-то еще. Куда еще?
Блин, я запутался. Куда прыгать-то, ё? Сам разберусь. Это так изично, да ладно. Тихо. Обратный камбэк. На тебе. За то, что палил меня. Кто это был? Найди! Только что его видел! Что? Опять? Тихо. Перемазать. Найдем того, сюда. Кто это сделал! Он у здания! Что ж такое? Тише, вон он сидит. Гадина. Готов. Как мне забраться сюда? А, ну в принципе ладно, я взял. Боже! А мы сейчас с ним по-другому разберемся. Спускаемся вниз. Блин, ладно. Так. Это, наверное, я все-таки возьму. Мне ничего уже не нужно. Идем теперь обратно. Обратно, 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 обратно. Остался один, то есть, которого мы не завалили, именно там, где мы должны завалить того первого были. То есть мы сделали обратную какую-то фигню, короче, и убили всех в обратном порядке. Это было весело. Так. Что это фигню? Если он меня не запалит, будет вообще шикарно. Не запалит. Ну, если даже запалит, то что? Что ж делать? Все. Ингрэм лучше. Наверное, лучше ингрэм будет все-таки. Можно еще туда загонять. Забрать некоторые пули. Да и все. Можно спускаться, по идее. Так. Спускаемся. Так. Теперь выпрыгиваем сюда, выпрыгиваем сюда, нажимаем так. И чтоб долго так... Блин, нет, я упал. Хотя бы так. Хотя бы так. Так, здесь у меня одна стрела есть. Давайте одной стрелой завалим сейчас. Посмотрим, что будет. Нет, этого. Пошли! Вперед! Грэм. Забегал, смотри, начал бегать там. Нет, если я начну стрелять, это будет палевно, нет. Знаете, что это было? Вон там, у того здания! Не скроешься, дружок! Нет, в нем, походу, нет этой фигни. Ну все же ладно. От меня не спрячешься! Давай, иди сюда, давай. Я выясню, что это было. Давай, выясни. Нет, в нем стрелы нет, по-моему. Давай, еще несколько шагов до меня, и я тебя сейчас убью. Давай, молодец. Тихо. Тихо.
А он пошел проверять, походу, к дому, что ли? Да нет. Готов. А, у него лук. Ладно, у меня есть две стрелы. Давайте пойдем. Посмотрим, что там такое. Тихо, подбираемся к ним. Випа я уже убил, осталось два и всего. Какие-то чемоданчики, машина. Тихо, 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 тихо. Если он не обернется, вообще будет все красиво. Не обернись, не обернись, не обернись. Пожалуйста, мне надо пройти эту миссию уже. Тачка здесь их не. Да, они что-то все валяются уже. Один остался. Давайте я его сейчас убью. Стрелой прям. Блин. Все-таки я думаю, что зря я сейчас это сделаю, но все же. Ладно. Сразу все стрелы. Тихо подходим. Что они тут делали, блин? Почему у них все жжется? Ладно. Вот и все. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. И если вам понравился данный видеоролик, обязательно поставьте лайк. И все. В общем, если вам нравятся такие видеоролики, то смотрите их дальше. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.